Все, летим в Сочи? Да, в Сочи. Ура! Доброе утро, дамы и господа. Рады приветствовать вас на борту самолета Boeing 737-800, выполняющего рейс в Сочи. Меня зовут Влада, я старший бортпроводник экипажа. В салоне вам с удовольствием окажут помощь и содействие мои коллеги Мария, Ангелина и Екатерина. Время полета составит 3 часа и 20 минут. Одна из ценностей нашей авиакомпании звучит так. Моя мама на борту. А это значит, что мы относимся к каждому нашему клиенту с вниманием и заботой как к родному человеку. Наш экипаж позаботится о том, чтобы ваш полет был комфортным и безопасным. Мы благодарим вас за то, что для своего путешествия выбрали победу и желаем приятного полета. Обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Смотрите внимательно, будто болеете за любимую команду. Светящаяся дорожка указывает направление к аварийным выходам, которые расположены в передней, средней и хвостовой частях самолета. Ближайший аварийный выход может находиться позади вас. Потяните ее на себя, прижмите к носу и рту, дышите нормально. Путешествуя с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ремень безопасности должен быть пристегнут и затянут, когда включено световое табло «Пристегните ремни». Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. При необходимости достаньте жилет из панели над вами или из-под кресла. Наденьте его через голову. Жилет, потянув за красную бирку или через клапан поддува после покидания самолета. Использование аварийно-спасательного оборудования инструкции перед вами. Изучите ее внимательно. Благодарю за внимание. Влада, ну что, много пишут людей? Очень много. О, сколько всего. А мы ищем детишек. Дорогие клиенты, сегодня у нас особенный рейс. Мы совершаем первый полет на самолете в новой ливрее с корпоративными ценностями победы. Моя мама на борту и мы это делаем. Мы предлагаем вам отправить своим родным открытку с высоты 11 тысяч метров и напомнить о своей любви. Привезла нас солнечный Сочи из очень холода, старались. Тепло. И мы увидели, все-таки увидели Эльбрус по левому борту. Да. Как ты и сказала. Я очень старалась, я разгоняла все вообще по маршрутследованию. А какая посадка? Спасибо тебе огромное. Мягко, красиво, нежно. Ты просто суперская. Со всей душой и любовью. Ой, как мило. Спасибо, пока. Спасибо. Шикарно. Практически бьют рекорды бортпроводники, чтобы подготовить борт. Потом он полетит в Саратов.